Всем привет, друзья! Вы на канале Baby Go! Здравствуйте, мои дорогие! Сегодня мы побываем в гостях у сказки. А точнее, сказки придут в гости к нам, чтобы помочь нам и нашему малышу стать немного волшебниками, оживив героев сказок и самим став участниками сказочного действия. У нас есть вот такая магнитная доска. И сегодня у нас будет сказка «Курочка Ряб». Дэн, да? Мы с тобой уже ее знаем. Давай попробуем ее рассказать нашим друзьям. Поехали! Жили-были, Дениска. Дед. Ставим деда. Вот так вот. Дед. И баба. Баба. И была у них курочка Ряба. Где курочка Ряба, День? Покажем. Вот, ребят, посерединке на лавочке сидит. Снесла курочка Ряба яичко. Вот такое. Причем яичко не простое, а какое? Золотое. Вот такое яичко. У нас, правда, нет целого золотого. О, это не из той сказки, ребят. Это мы пропустим. Дед бил-бил по яичку. Как дед бил, Дэн? Покажи. Бил-бил, не разбил. Баба, баба. Била-била. Как баба била, Динь? Била-била дедом, да? Не разбила. А мышка? Мышка бежала. Вот тут у нас яичко лежит. Хвостиком махнула. Вот, махнула хвостиком. Яичко упало. И что с ним произошло? И оно разбилось. Разбилось, вот. Разбилось яичко. Да, День? Где у нас яичко разбитое? Вот, правильно. Плачет дед. Баба плачет. Ну а курочка, папа, кудахчет, да? Не плачь, кто, День? Дед. Не плачь, баба. Снесу я вам яичко не золотое, а простое. Закончив сказку, мы предлагаем повторить всю сказку Денчику. Денчик, давай попробуешь ты рассказать сказку про курочку Рябу. Давай попробуй. У нас с тобой персонажи. Я их пока снимаю. Так. Давай. Попробуем. Жила-была. Жил-был. Денис, кто? Дед. Давай, рассказывай сказку. Так, и баба, правильно, клади бабу, клади бабу, и была у них кто, День? Курочка Ряба. И что эта курочка сделала? Я тебе подсказываю. Снесла, да, яичко? А какое яичко? Вот это вот, непростое которое. Давай мы лучше вот пока его разместим. Оно не разбитое у нас. Какое яичко курочка снесла? Клади, где курочка должна была яичко снести? Клади туда, куда она должна была снести. Вот это, ну клади на досочку. Так, яичко курочка снесла. Бежала мышка. Что мышка сделала? Бам-бам, да? Поставь мышку. Где она его уронила? Уронила, да, яичко? Бам, яичко. Упало яичко. И что с ним стало? Дэн. Бам. Что стало с яичком? Вот оно, с осколочки. Вот оно. Оно что? Ну, разбилось. И что дальше? Что произошло дальше? Что с дедом случилось? Дед что? Плачет. Баба? Тоже. А что им курочка кудахчет?
Что курочка им кудахчет? Не плачь! И не плачь! Я вам снесу какое яичко, Денис? Вот это. Вот это какое? Простое. Вот и сказки конец. А кто слушал, молодец. Ну вот мы, в принципе, на пару с Дениской повторили сказку. Ну вот таким интересным игровым методом. Вот у нас конструктор магнитный. Правда, мышка не в том месте оказалась. Но ничего страшного. Друзья, надеюсь, вам понравилось. Такие игры «Магнитные истории» детишкам очень полезны. Они в них развивают творческие начала. Баба. Попробуем в следующий раз какую-нибудь еще сказку рассказать. Вообще есть еще времена года, может, времена года. Так что, ребят, берите на заметку, пробуйте, развивайте в ребенке творческие способности. Ну а с вами был Baby Go. Мы с вами ненадолго прощаемся. Ставьте нам пальцы вверх. Пока-пока, друзья!